Тысячники четвертого поколения стали заметно меньше своих предшественников. При этом ультракомпактными назвать их не могу. Золотистый элемент на внешней стороне чаши изначально воспринимается как декор, но на деле это один из микрофонов. Схема управления построена на тапах по сенсорным панелям. Сенсоры программируются в фирменном приложении Headphones Connect. Для любителей заниматься спортом под музыку в наушниках предусмотрена защита от влаги по стандарту IPX4. Тандем из активного шумоподавления, сенсора костной проводимости и процессора нового поколения Sony V1 делает их самыми технологичными ТВС-наушниками на середину 2021 года. Они могут распознавать голос пользователя, воспроизводить 3D-звучание, то есть звук вокруг нас. Обновленная система шумоподавления справляется даже в самых оживленных местах города. Доступен режим прозрачности. В WF-1000XM4 стабильный Bluetooth-сигнал, видеозвук не отстает. 4 встроенных микрофона отлично передают речь собеседнику. Тест встроенного микрофона беспроводных наушников WF-1000XM4. Версия Bluetooth 5.2 поддерживаются кодеки SBC, AAC, LDAC. Кстати, эко-френдли упаковка из переработанной бумаги. Автономность наушников до 12 часов без шумоподавления и до 8 часов с активным подавлением шумов. В зарядном кейсе заряд еще на 16 часов работы наушников. Кейс с разъемом USB Type-C. Поддерживается беспроводная зарядка. В комплекте кейс, наушники, набор амбушюр из пенного материала, зарядный кабель USB Type-C и инструкция. Наушники с притемненной подачей с явно выраженным добавочным весом на низкие частоты. Басы звучат рельефно и глубоко. В целом, подача без избыточной детальности. Высокие частоты мягкие и приятные. Средние частоты не акцентируют на себе внимание и не выходят на передний план. Хотелось бы большей прорисовки деталей именно на этом участке. Они цельные, отчего звучат слегка смазанно, с нехваткой выразительности на вокале. Но скучными их не назовешь, некий драйв все равно присутствует. Запас громкости на среднем уровне. Сравнение звука с конкурентами. Sennheiser Momentum True Wireless 2. Модель с более точным и взрослым звуком. Имеет сбалансированную нейтральную подачу с отличным разрешением на всем частотном диапазоне. Из всех моделей обладает самым маленьким запасом громкости. Noble Audio Falcon Pro. Светлые по звуку, отчетливо выделяют самые мельчайшие детали музыкальных композиций. Лучше прорабатывают средние и высокие частоты. И точнее рисуют расположение инструментов в пространстве. Более скоростные и хлесткие в общей подаче. У них более энергичный и драйвовый звук. Sony WF-1000XM3. Обладает не таким хорошим разрешением, низкие частоты не так явно акцентированы. По уровню детализации чутко проигрывают. При этом у них более звонкие и высокие частоты. Более детальные показатели смотрите в сравнительной таблице. Послушать наушники можно в салонах персонального аудио в SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.